Четвергам в 9:40. И сегодня поговорим о том, как пережить катастрофу нам, сибирякам, когда все это очень близко, когда мы соседи и очевидцы этого с помощью новостей, с помощью там звонков друзей и знакомых. И, в общем, когда мы далеко Но и в мы то же все время близко, переживаем, да, и да. не знаем, Хорошо. чем помочь и им, и себе. Доброе утро. Доброе. Ну, друзья, я, конечно, хочу начать с того, что я хочу выразить соболезнования своим всем родственникам погибших. И очень надеюсь, что в Кемерово работают мои коллеги, которые имеют специальную подготовку, и людям оказывается своевременная помощь психологическая, потому что трагедия действительно страшная. Ну, мы с вами сегодня поговорим о новосибирцах, о тех, кто живет в соседнем городе фактически. Мы действительно, ты сказала правильно, мы свидетели Это этой совсем трагедии. рядом. Да, это совсем рядом. И вы, наверное, наблюдаете там и в разговорах, и в соцсетях очень острые реакции сейчас идут. И они сначала общество, они как будто бы объединили, да, вот эта трагедия, она все переживали шок, всех было сильное сочувствие, а сейчас начались такие прям Злость. конфликтные ситуации, злость, да? И не очень понятно людям, почему это с ними вообще происходит, и непонятно, почему другие реагируют как-то иначе, но не так, как они сами. Причем даже мне кажется, это приобретает какой-то массовый характер. Даже если кто-то пытался держаться в стороне, то погружаясь все глубже и глубже в этот информационный фон, где очень много спорных вопросов, уже Причем ложной трудно, да, информации, трудно да. разобраться, где правда, где ложь. И люди путаются, людям тяжело, но общий фон все равно агрессивный, очень злой, и все в это погружаются, даже те, кто до последнего не хотел вмешиваться. И вот в этом плане очень тяжело. Ну вот, смотрите, ребят, то, что произошло в Кемерово, это безусловный стресс для, ну, практически любого представителя, да, человечества. Потому что это произошла большая трагедия. Погибли люди на фоне обыденности. Там нет врага, что самое ужасное. Нету катастрофы какой-то природной. Ну, то есть вот эти вещи для нас, они как-то более понятны, объяснимы. Это, конечно, горе, но вот трагедия на фоне обычного отдыха, в будничном совершенно месте и в таком количестве, когда вот было столько сбоев, она вызывает ощущение тотальной небезопасности. То есть вот даже когда у человека происходит что-то совершенно банальное, там он потерял брелок там от машины или у него украли кошелек, это очень часто выбивает из колеи, потому что вот многие находятся в иллюзии, что они контролируют свою жизнь от и до, целиком и полностью. А когда происходит что-то подобное, и тем более мы узнаем в красках про то, как писали дети, как они звонили своим родителям, вот эти вот все вещи, накатывает волна невероятной беспомощности и ужаса. И дальше вступают в работу те законы, по которым люди переживают вообще стресс любой. Во-первых, при каждом стрессе большом первая реакция, она, как правило, шоковая. И у кого-то она проходит быстро, вот этот шок, у кого-то он может затянуться на несколько дней. И люди в шоке, они могут начать отрицать происходящее. Вот, возможно, кто-то из ваших знакомых очень долго откладывал вот эту вот идею, там, посмотреть вообще новости про Кемерово. Ну, вот у меня, например, так было. То есть я узнала в воскресенье вечером, что Думали, что произошел сейчас пройдет, сейчас пройдет, сейчас пройдет, а потом, когда понял, какие какой-то масштабы, да, пожар. начал в это лезть все. Да. Вот я, например, только в понедельник вечером уже так решилась реально туда посмотреть, то есть у меня период отрицания, он был почти сутки. Ну да. И вот у людей это происходит тоже по-разному. Дальше идут разные реакции. Вот вообще для нас любой стресс, он требует какой-то адаптации, мы должны с ним как-то совладать. И есть разные реакции. Есть реакция «бей». В это время у людей активируется сильный гнев. Они Лучшая начинают защита искать нападения. виноватых, потому что вот если был бы враг, если бы это был теракт или вот, ну, что-то подобное, да, то было бы понятно, с кем воевать, кого нужно уничтожить для того, чтобы такого больше не было. И это была бы некая возможность совладания. Есть реакция «беги». Это когда люди такие посмотрели вот это все, ой-ой-ой, нет, это все в другой жизни, это не про меня, это другие люди, со мной такого никогда не случится. Они продолжают отрицать, они перестают смотреть полностью ленту новостей, избегают тем, связанных каким-то образом с трагедией.
И ну, вот так вот, ничего не вижу, ничего не слышу, и для них это свой способ совладания. Есть реакция «замри». Это когда люди, ну вот применительно к нашей ситуации, они залипают в соцсетях. То есть они бесконечно читают новые статьи про то, что там было, свидетельство очевидцев. Они переживают невероятные вот эти вот болезненные эмоции, но ничего не происходит в связи с этим. То есть никуда не выносят. Они только вот сидят перед экраном компьютера и мучаются. Вот эта реакция замирания, она самая неадаптивная. То есть вот она... Может дольше всего продлиться, да? Долго, да, могут эти реакции долго длиться. И есть реакция, которая очень важна, особенно вот для нас, родителей, потому что за нами следуют наши дети. Вот наши дети, они воспринимают трагедию через призму родительского поведения. Это реакция следования. То есть если родитель способен свои эмоции осознать, он способен их прожить. Мы с вами поговорим сейчас чуть позже, как что делать, чтобы с этим совсем справляться. И он способен задать какой-то образец поведения для своих детей, дети за ним следуют, и они сохраняются гораздо лучше эмоционально, чем если родитель находится в панике или ну, сидит перед компьютером, плачет и ничего не может поделать. О том, как мы постараемся это пережить после... Наш психолог Анна Лепихина всегда с нами, особенно, конечно же, в эти трудные моменты. Мы решаем, не то чтобы решаем, а просто обсуждаем, как мы можем пережить в себе то, что мы видели, то, что мы читали, то, что мы знаем. Итак, как можно с этим совладать? Да, различные реакции на происшествие, и под каждую реакцию, наверное, каждый человек должен совладать и пережить это как-то по-особенному. По-своему. Ну, знаешь, я про эти все разные реакции рассказываю в первую очередь для того, чтобы люди не обвиняли сами себя за то, что они как-то неправильно горюют, и не обвиняли других, что кто-то, неправильно себя ведет. Что кто-то неправильно себя ведет, что если кто-то не пошел бойкотировать там, торговые центры или там, пересылать свечки, то это значит, у него сердца нет, он тварь бесчувственная. И я призываю там, всех наших слушателей к тому, чтобы с большим сочувствием, пониманием и уважением относиться к любым реакциям, которые транслируют наши друзья, соседи, родственники, потому что мы не знаем, мы не были никогда в их шкуре, мы не знаем, какие у кого травмы сейчас актуализировались. У каждого свой путь, своя нервная система и свое время для того, чтобы справиться с трагедией. Ну вот смотрите, давайте сейчас еще вернемся к тому, что стресс все-таки он требует от нас адаптации. Вот эта страшная трагедия, которая произошла на фоне мира, она всколыхнула очень много вопросов, связанных с коррупцией, безопасностью, отношением там, ответственным к жизни своей, к жизни своих детей. И здесь очень важно найти зону своего влияния. То есть вот смотрите, травмирует по сути нас, людей, у которых нету потери своих родственников. Нас травмирует ощущение беспомощности. Того, что возможно, завтра это случится со мной. Да, возможно, случится, и я как будто бы ничего не могу сделать. Так вот, выход состоит в чем? Во-первых, сначала со своим эмоциональным состоянием разобраться немножко, отлепиться от социальной сети, пойти к живым людям, к своим друзьям, к своим родственникам, поговорить о своих чувствах. О своих чувствах говорить лучше от первого лица. Не то, что вот они там такие гады, они вот сделали то-то, то-то, а вот эти вот они предлагают всякие глупости, предлагают жать на клаксон. Или вот эти вот они делают какие-то вбросы. Нет, поговорите о том, что знаете что, я вот чувствую себя совершенно беспомощной. Чего конкретно вы боитесь? Да, я боюсь, что это может случиться с моими детьми. А вот когда я об этом узнала, у меня сначала был такой шок, мне не хотелось в это верить. Мне казалось, что это вот какая-то раздутая информация. Поговорите о себе. Почувствуйте любовь, ту, которая есть вокруг вас. Пообнимайтесь, поплачьте вместе. Вот горе, оно, его лучше переживать совместно. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте, как вы дышите, что вообще у вас есть дыхание. Что есть все-таки вещи, которые вы контролируете. Да. Почувствуйте, как вы опираетесь на землю.
почувствуешь себя. В данный момент с вами все в порядке. Сейчас. Вот именно сейчас вы в безопасности. Осмотритесь. Верните себе ощущение реальности. Для этого можно даже просто перечислить названия предметов, которые есть у вас. Пройдитесь по улице. Оторвитесь ненадолго от своих гаджетов, то есть от информационного поля. Когда маленечко эмоции чуть-чуть улягутся, вы сможете уже подумать, хорошо, а что в зоне моего влияния? Что я могу сделать для того, чтобы повысить безопасность своего ребенка, своей семьи? Ну да, не будешь же ты всю жизнь держать его рядом с собой на привязи. Да. Вот если есть такая реакция, и если есть желание своего ребенка каким-то образом все там закрыть в объятии и рыдать над ним постоянно, лучше обратиться за помощью. То есть, возможно, здесь какие-то реально травмы старые сильно всплыли, старые страхи, и подумать про то, насколько это поможет вашему ребенку адаптироваться в жизни. А вот помочь ему пройти, найти курсы оказания первой медицинской помощи или какие-то хорошие занятия по выживанию в экстремальных ситуациях. То есть, вот, понятно, в нашей местности навряд ли необходимо готовить людей там, к извержению вулкана. Вероятность того, что это произойдет, она не очень высока. Но правила поведения при пожаре и так далее, они актуальны. То есть найти зону своего влияния. Если у вас переполняет сочувствие, поищите группы помощи, что вы можете сделать для родственников пострадавших. Перечислить деньги, сдать кровь. Даже если вы пойдете на молчаливый митинг, даже если вы будете жать на клаксон, это будут какие-то действия, объединенные с другими людьми, которые помогут вернуть ощущение контроля над происходящим. И вот самая главная задача – это найти в себе как можно больше сочувствия не к тем, кто далеко, а к тем, кто близко, к тем, кто переживает иначе, чем вы. И постараться из этого страшного урока извлечь как можно больше опыта в плане противодействия коррупции, в плане вашей ответственности за жизнь других людей, если вы каким-то образом к этому причастны. И вот тогда вы сможете сделать так, чтобы это на самом деле не было каким-то, чтобы эта страшная плата, она не была отдана совершенно бесцельно. То есть вот так только меняется человечество, меняется только страшное предметение. Поэтому я призываю совладать через сочувствие, честный разговор о своих переживаниях, через связь с близкими и через зону своего влияния. Мне кажется, каждый родитель может порепетировать со своими детьми эвакуацию из квартиры, например. Ну, это как бы, казалось бы, глупо, но хотя бы вы будете понимать, что вы что-то сделали для того, чтобы ребенок вашему умел мобилизоваться. Ну да, можно оценивать угрозы и так далее. Сейчас поищите, большое количество моих коллег проводят группы поддержки психологической, проводят консультации бесплатно. Поэтому помощь можно найти, если вы долго с этим не справляетесь. И я хотела сказать, что есть еще, Саша, по-моему? Минуту, прошу. В том случае, если пройдет неделя, две, три, вас не будут отпускать эмоции, будут нарушаться сон и снится страшные сны, обязательно обратитесь за помощью. Вот это важно. Если с кем-то из ваших родственников это происходит, тоже настаивайте, чтобы человек получил помощь. Нет задачи похоронить себя тоже. Есть задача сделать мир лучше, понять, что все вот это материальное – это тени и пыль. А любовь, близость и радость проживания жизни – вот это то, что имеет истинную ценность. Спасибо, Аня. Обнимаю всех виртуально, насколько могу. Очень сочувствую всем, кто переживает вместе с нами эти непростые минуты. Желаю вам любви и долгих лет счастливой жизни вам и вашим близким.